Найти работу, да еще и по специальности, для Надежды Конопляной непросто. Девушка передвигается на коляске. Она закончила факультет гражданской юриспруденции. 15 лет отработала помощником нотариуса в частной организации в Москве. Но так получилось, что Надежде пришлось переехать. Ее новым домом стал Ленинский городской округ, микрорайон Бутово-парк. Встал вопрос поиска новой работы. И тут ей улыбнулась удача. В конце весны прошлого года здесь открылся дополнительный офис многофункционального центра, где созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Не во всех организациях, далеко не во всех, а тем более там в нотариальных конторах, которые находятся в собственности физического лица, оборудованы пандусы, места общего пользования для людей с ограниченными возможностями. Здесь я себя чувствую как рыба в воде, именно вот не ощущаю каких-то ограничений, что явилось, ну, если честно, одним из основных, может быть, моментов, когда я думала, что делать. Надежда занимается обработкой принятых документов от заявителей, а их в бутовском офисе постоянный поток. В день специалисты обслуживают порядка 300 посетителей. Сегодня здесь работает 5 окон, где можно получить абсолютно все услуги, которые предоставляет многофункциональный центр. Офис каждым днем набирает свои обороты. И потребность граждан в этом офисе, она идет колоссальная. Особенно сейчас, когда многие дома сдаются в эксплуатацию, здесь все-таки новые районы. И не всегда и не у всех граждан есть возможность добираться, допустим, в Видное. А этот офис транспортно очень удобен и доступен. Бывают очереди, но сотрудники МФЦ стараются с этим справляться. При необходимости посетители обслуживают специалисты, которые в зале не работают. Они выходят и провожают граждан в кабинеты, где также могут принять у них документы или выдать готовые. Однако местные жители хотели бы, чтобы в будущем центр расширился. В общем, доволен, несколько раз приходил, но бывало такое, что очередь создается. Хотелось бы, конечно, чтобы добавили пару рабочих мест. Но явно их не хватает, потому что, ну, район большой, расширился. Большинство посетителей – это молодые семьи. Самые популярные услуги – регистрация прав на собственность, пособия, молочная кухня, а также замена паспортов и выдача загранпаспортов. Сотрудники МФЦ делают вывод – система «Мои документы» работает. Более того, работает качественно. Брали очереди бесконечные, которые занимали с самого утра. Убрали вот эту какую-то грань, наверное, между госслужащими работниками, потому что народ у нас приветливый, специалисты все добрые, у нас и по стандарту это всегда на контроле. Здесь всегда следят за тем, чтобы заявителям было комфортно. Для посетителей с детьми предусмотрен игровой уголок. Для людей с ограниченными возможностями есть пандус. На входе кнопка вызова сотрудника. Для слабослышащих на ресепшене специальное вспомогательное устройство. Работает офис, как и центральный видновский, с 8 утра до 8 вечера. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.